Это 18-летний Даймок. Ну, здесь уже, да, сразу слышно вот эта перкуссия. Так это, так это, так это, так это, так это, так это. Вот сразу, ну, как бы, по-честному, круче Хэтфилда. Круче. То есть про Хэммит я молчу вообще, а так, как бы, зарублено мощнее, точнее, чем Хэтфилда. Вот тогда квинты плывут по строю. Вот это еще один ответ, блядь, всем, кто рассказывает про, типа, задроты, блядь, а, нахуй, у него нет времени на задротство сраное, часами жизнь прожигает с гитарой, он музыку пишет, и как Алстин тоже, так, по-моему, сказал, когда мне один ученик предложил ему позаниматься у меня, типа, ну, просил, рассказывает историю, что чувак пошел покупать гитару, просил Хастина что-то сыграть. Хастин сыграл, естественно, там было полное обдрислово гитарное. И, соответственно, ученик сказал, я могу вам дать контакты преподавателя. И он обиделся, покраснел, сказал, что у меня, я музыку пишу, нет времени, типа, заниматься и так далее. Как будто он музыку пишет 24/7, когда альбомы выходят просто раз в 8 лет и так далее. Еще и музыку Дубинин пишет. Но суть не в этом. Суть в том, что когда эти все рассказы про то, что, а, там этот задрот, блядь, сидел с гитарой 50 лет. Вот еще раз, в 17 лет, 17-летнее, типа, видео, 17. Блять, я же сука подавился. 17 лет человек уже рубил так, как все. То есть никакие там, блядь, мастейны, никто. Все. То есть вынес полностью в труху в 17 лет. Даже если представить, что он занимался там по 15 часов в сутки, даже если так, то все, он успел. И теперь 17 лет, это даже еще, блядь, даже паспорт. Хотя, не знаю, там может есть паспорт, но, в общем, это даже не совершеннолетний, а уже все. То есть поэтому, как бы... Эти ссаные байки про то, что, типа, жизнь положить не хочу, типа, на, блядь, гитарой заниматься, я лучше буду музыку писать. Да нет, это поэтому, что он, блядь, за 2 года какой-нибудь качнулся, круто, и все. И, в общем, вот так оно все работает. Поэтому эту поеботу, пожалуйста, мне в комментах писать не надо про то, что, типа, там, лучше, чем задротить гитару, лучше музыки пописать. Ну, задротьте так, чтобы к 17 годам уже зарубать так, и все. А дальше пишите музыку.